Этого события ждали. Долгожданный корпус лицея номер 7 на улице Шмидта распахнул свои двери в День знаний. Впервые в школьном дворе собрались ученики, их родители и учителя. Впервые прозвучал гимн России и состоялось торжественное поднятие государственного флага. К слову, теперь такие церемонии будут проходить еженедельно во всех школах страны. Неделю в общеобразовательных учреждениях будут начинать с исполнения гимна и поднятия флага. Поздравил педагогов, учеников и их родителей с открытием долгожданного корпуса лицея и началом нового учебного года глава округа Андрей Булгаков. Здесь прекрасные классы, супер отремонтированное, новое оборудование. Давайте их надолго сохраним всем поколениям, еще вашим детям, чтобы хватило качественно, хорошо поучиться. Поздравляю с открытием нового корпуса. Успехов, удачи, поступления. Родителям отдельный привет и респект. Ура! Когда мы к вам обращались, мы надеялись на несколько новых микроскопов и реактивов. Сейчас мы стоим перед новым корпусом лицея, где для нас отстроили современные, красивые кабинеты для практической деятельности. Стоит ли говорить о том, что наши мечты сбылись, притом гораздо ярче, чем мы это планировали? Действительно, учиться в новой школе будет комфортно, ведь оснащение здания позволяет многое. Лаборантские для познавательных исследований, два просторных спортивных зала, мастерские. Все для развития и всестороннего обучения. Я желаю, чтобы вы были такими же лидерами, как наш регион, как наш городской округ, чтобы здесь были победители олимпиад, чтобы здесь было большое количество стубальников, чтобы мы с вами вместе всегда побеждали везде и во всем. Завершить строительство раньше запланированного срока задача не из легких, однако воплотить мечту в реальность получилось. В День знаний новая школа приняла своих первых учеников. Анна Балиет, Лилия Тимиева, Александр Аржевский, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.